Здравствуйте, меня зовут Андрей Дриер, это программа «Коммунальный патруль». Смотрите в этом выпуске. 8 лет спустя жильцов наконец начали расселять, когда дом оказался уже на грани. Спасение утопающих – это дело. Как проблемный дом решил все беды одним собранием? Дом, на котором живого места нет, дом, в котором, честно говоря, я боялся находиться во время съемок, наконец начали расселять. Итак, как выглядел один из самых проблемных аварийных домов Барнаула и через что пришлось пройти жителям и общественникам, чтобы добиться справедливости? Пошел по швам. Дом на Первой Западной 49А стремительно приближается к полному разрушению. Он 49-го или 48-го года постройки. Спорный вопрос. Спорят и на такую тему. Как долго здесь не делали ремонт? Ирина Чеплыгина живет здесь почти 40 лет, и у нее своя версия. Я получила здесь квартиру как молодой специалист на предприятии. А на каком предприятии работали? На химволокне. Дома были химволокновские. За эти 40 лет, что живете, хоть раз ремонт видели в этом доме? Нет, ни разу. Ни разу. Дом признали аварийным еще в 2012 году. Уже 8 лет в таком статусе. И за эти годы администрация Барнаула обещала жителей расселить, но сроки людям никто не называл. Телеканал «Толк» и в рамках программы «Коммунальный патруль», и в новостных выпусках не раз рассказывал про этот дом. Власти города наконец начали действовать. Первым делом они решили выселить жителей здания маневренного фонда через дорогу по улице Первая Западная, 44. Но здание маневренного фонда – это здание бывшей детской больницы, которое еще мэром Владимиром Николаевичем Бавариным было признано аварийным, и больница оттуда была выселена. Да, формально, как жилой дом, оно не является аварийным, и поэтому в этом здании можно проживать, и там есть 19 помещений маневренного фонда. Интересно, что это здание маневренного фонда уже становилось героем коммунального патруля. Смотрите, что тут мы сами закрыли, да? Что это такое? Ну, пол провален полностью, лагерь гнившая, все там внизу гниль. То есть он просто рушится? Он рушится. Здесь заходим в подъезд, то же самое. Пожалуйста, все прогнило, все разрушено. Это у меня вот такую квартиру сняли, все сломано, все. Это я вот, батареи вот у меня были, все ржавые. Нет претензий у жильцов только к температуре в квартире. Здесь тепло. Правда, иногда бывает сыро и с плесенью. С той стороны в коридоре там это текло все. И как там гнила стенка. И у меня вот так вот, вот это вот все. А это что здесь было? Плесень? Плесень, да. Неудивительно, что от переселения в такое жилье собственники квартир аварийного дома отказались. Тогда администрация города попыталась переселить их уже через суд. Принудительно. Октябрьский районный суд встал на сторону жителей, так как, согласно жилищному кодексу, переселять жителей на неопределенный срок в маневренный фонд из дома, который идет под снос, незаконно. В маневренный фонд можно переселять, согласно жилищному законодательству, только жителей домов, которые находятся на реконструкции. А глядя на заброшенные квартиры, в которых уже невозможно жить, легко понять, что реконструкции дом, скорее всего, не подлежит. Потому что никто здесь никогда не занимался текущим ремонтом. Крыша у нас всю жизнь бежит. Бежала крыша. Там заплатку какую-нибудь бросят, и все на этом. Поэтому, а раз крыша бежит, перекрытие деревянное, все, конечно, посгнило. И все, и дом стал садиться, и трещины, и бежит, и потолки обваливаются, все на свете. Но ситуация начала ухудшаться моментально. Такие трещины появились буквально в несколько недель, а одно крыло здания начало разрушаться на глазах. От резкой деформации даже треснули стекла. Администрация города поняла, что данный дом сейчас опасен, имеется угроза обрушения несущих конструкций, угроза жизни и здоровью граждан, и в срочном порядке решили переселить. И на этот раз, слава богу, не в маневренный фонд, а именно в полноценные, нормальные, благоустроенные жилые помещения. Было предложено несколько квартир, в частности, семье Макрушных предложена квартира на Кутузова 16Б, там, в принципе, неплохое состояние. Семье Горбаченко и Чеплыгина сначала были предложены одни квартиры, их они не устроили, они отказались, потом были предоставлены другие жилые помещения. Сейчас жителям предложили жилье по договору социального найма, согласно 89-й статье Жилкодекса. В дальнейшем люди могут приватизировать квартиры. Конечно, некоторые придется привести в порядок. Но предложили квартиру Ленина 155, 12-этажный дом. Квартира такая, две комнаты, по площади близко к моей как раз. Но там ремонт нужно делать, сказали,
Только через 3 месяца документы будут готовы. Пока у меня никаких документов на эту квартиру нет. Когда все жители этого уже наполовину заброшенного дома будут переселены, ему останется только ждать сноса. У многих многоквартирных домов есть проблемы, мы приезжаем, снимаем передачу, пытаемся помочь, но следующий дом, про который сейчас расскажем, помог себе сам, не успели доехать, как жители уже и управляющую компанию переизбрали, и тариф повысили. Смотрите, как это было. Вот, все потекло. То есть осенью мы натянули потолок, думали, сейчас на новогодних праздниках будем клеить обои, наводить красоту, но, к сожалению, 25 декабря у нас вот случился такой казус. А в декабре снова крыша протекла, и все усилия впустую. Ремонт провели после того, как крыша впервые протекла летом. А до этого 8 лет все было в порядке. Было предписание летом управляющей компании от ГЖИ устранить недостатки, дырки, чтобы не залатали на нашей крыше. Вот. Но, к сожалению, якобы был проведен латочный ремонт. Вот результат налицо. Все течет, то есть ничего не изменилось. Управляющая компания ничего не делала, кроме латочного ремонта, да и тот не помог. В фирме говорили, тариф низкий, и с ним жителям не стоит на что-то рассчитывать. Это подтвердили и в госинспекции. Инспектор сказал, действительно, у вас тариф низкий, но вы вправе решать вообще, какую компанию вам выбирать, потому что вашего тарифа хватает на зарплату, на аренду, все. И вот, поэтому на собрании было решено собирать дополнительные средства на латочный ремонт крыши. Кто-то сдавал, кто-то не сдавал. Но, по словам Инны, некоторые собственники обратились в госинспекцию и собрание признали незаконным. Но тут жильцы уже не выдержали и приняли решение выбрать новую управляющую компанию. В течение полугода собственниками было проведено собрание в очно-заочной форме для того, чтобы перейти в другую управляющую компанию. И управляющую компанию сменили. Вот в подъездах уже висят объявления. Новая УК подняла тариф почти в 2 раза, до 14,5 рублей с квадратного метра. Это чтобы достать средства на ремонт в доме, ведь он проблемный с головы до пят. Раз засорилось, все выбивает и все идет сюда. Проблема и с подвалом. Его топит, топит и еще раз топит. Мы попали сюда в период засухи, но пейзаж не оставляет сомнений. Паводок близко. Заливать подвал часто. Знаете почему? Потому что трубы старые, они ничего не меняли на выходе. А они чугунные. Они это абсолютно ничего не делали, не меняли. Там нужно именно менять, и неправильно что-то сделано. И здесь тоже предыдущей управляющей компании средств не хватило, поэтому можно увидеть сомнительные инженерные решения. Посмотрите, вот они как делают. Труба выходит туда, в канализацию. Видите, кол вбили, оно выбивает, когда под напором. Вот это выбивает, и все идет сюда. Вот когда уже запах начинается, тогда мы бежим в подвал, смотрим, что канализация, вызываем аварийку. Они опять сделали, опять на какое-то время. В прошлом году буквально через каждые 5-6 дней приходилось вызывать. Через каждые. А в этом году уже были случаи? Ну вот, буквально 7 дней тому назад. Новая управляющая компания обещает собственникам поработать над проблемами дома. Условия есть. Тариф повышен с 8 до 14 рублей. Посмотрим. Если герои предыдущего сюжета помогли себе сами перевыбрали управляющую компанию, то жители этого дома позвонили нам в программу «Коммунальный патруль». Мы приехали, сняли передачу. И на следующий день приехали работники управляющей компании и убрали снег с крыши. С декабря месяца, как нам рассказали жители дома на Трудовом переулке 12, они обращались в управляющую компанию, то есть начало сильнейших буранов. Ни разу с тех пор никто не убирал крышу. На ней лежали вот такие сугробы. Между тем, эта крыша может не выдержать нагрузки. Шифер местами разбитый, залатан, явно на скорую руку, сквозь заплаты идет снег. Чердак в сугробах, балки перекрытия ненадежные. В квартирах у жителей провисают потолки. После нашего сюжета управляющая компания все же убрала снег. Надеемся, они будут убирать и дальше, ведь впереди снегопады. Если хотите, чтобы и вам коммунальный патруль помог, звоните, оставляйте свои заявки на сайте Толка в разделе «Телевидение». До встречи в следующий вторник. Пока!